Что касается Ибн Самина, то он говорит здесь по поводу этого хадиса, хадиса Анаса, с его двумя печатями передачи. Здесь довод на то, что человек, если совершил, внимательно, один из двух совмещаемых вместе намазов, совмещаются вместе какие намазы при определенных условиях? Зухр и Аср и Магриб и Иша. Если человек совершил один из вот этих совмещаемых намазов полностью, потому что он был еще у себя дома, а потом выехал в путь, то второй уже намаз он совершает сокращенно. То есть не говорится в данном случае, а время Зухра и Асра, это уже становится что? Как бы одним временем, хорошо, при дарура, при каких-то обстоятельствах вынужденности, когда совмещается, Зухр и Аср становятся времена этих двух намазов одним временем. Да, поэтому так не делается. Нет, мы говорим, каждый намаз по отдельности. Зухр ты совершил дома у себя 4, хорошо? Не значит, что ты Аср тоже должен сделать 4. Потому что Аср ты уже совершаешь, когда ты уже стал путником. Поэтому ты совершаешь его в 2 раката. И не говоришь, время Зухра и Асра, это становится одно время, там, когда есть необходимость совмещения и так далее. Ясно или нет? Каждый намаз по отдельности. Тот 4, потому что ты был дома. Этот 2, потому что ты уже что? Стал путником. Также, говорит Шейх Усаймин, более правильное мнение, что если вошло время Зухра, человек еще у себя дома, еще не выехал из своего населенного пункта, и не совершив намаз, выехал в путь до совершения намаза, и совершил его уже, когда был в пути. Время Зухра вошло, когда он был дома еще, когда не был в пути, но совершает его, когда он уже в сафаре, когда уже в пути. Как совершать намаз? В 2 раката. Совершают 2 раката. Хорошо? Потому что в расчет берется само действие. Само действие берется в расчет. То есть совершение намаза само берется в расчет. Ясно или нет? Как бы, например, наоборот, да, если вошло время намаза какого-то, а ты еще в пути находишься. Ты еще в пути, ты еще не приехал в свой населенный пункт. Вошло время намаза. А потом ты прибыл уже в город, и там совершаешь этот намаз. В свой населенный пункт прибыл, и там совершаешь намаз. Как уже будешь совершать? Время его вошло, когда ты был в пути. Если бы ты его совершил в пути, ты бы совершил 2 раката, да? Но поскольку ты уже сейчас дома, то ты совершаешь его уже в 4 раката, беря в расчет, что само действие, само совершение. Ясно или нет?